Для того, чтобы не забыть, продолжаем публицировать наш журнал. Значит, для изоляции, попытки изоляции мицелия шампиньона были предприняты следующие мероприятия. Из вот этой емкости были высеяны отсюда вот, значит, какие-то рост, который внешне очень напоминает рост мицелия, был отсюда изъят и перенесен. Значит, вариант номер один, вот здесь, наблюдаем, вот здесь вот малюсенький вот этот кусочек, был изъят из предыдущей емкости, значит, по мицелии из бутылки, раз, два, значит, два, здесь кусок из бутылки, размазанная здесь агаровая среда, поэтому видно ни с какой стороны плохо. Ну, не видно, ну, то есть слились вот этот кусок шампиньона по цвету, он точно такой же, как агаровая среда. Ну, приблизительно вот он. Вот там белеет такой, вот здесь был кусок, вот видно. Кусок шампиньона из предыдущей емкости был изъят, пересеян сюда. Но это самый слабый вариант. По подозрению, там бактериоз будет пронесен из той емкости в эту. Значит, нужно будет еще дополнительное мероприятие на среду с антибиотиком для его очищения. И, значит, сделаны еще два таких интересных. Я сделал в одиночном. Мне это чисто я делаю, чисто делаю для вас, пользователей, чтобы показать вам, как это делается, или придать вам какую-то уверенность в ваших творческих изысканиях. Мне это вообще не нужно. Трачу время свое драгоценное на занятия какими-то детскими лабораторными работами. Значит, что мы здесь видим? Здесь мицелий из-под шапочки был взят из шампиньона. Вот отсюда. Вот здесь отковырено. Вот там немножко видно. Да? Отковырял оттуда я мицелий. Вот где. Вот там видно, слева такая штука. Перенес его в эту бутылку. Посмотрим, что вот эта черная точка, это как раз она и есть. Вот здесь. Посмотрим, что здесь будет. Это 16.09.15 года. Было все сделано. Посмотрим по времени, что оно как среагирует. И последний интересный тоже вариант, это уже работа со спорным отпечатком. Здесь плохо будет видно. Вот, как-то так вот. Вот там видно на агаровой среде такие вот черные пятна. Пятнышка, такие оттенки. Ну, не черные, какие-то коричневые. Вот такие оттеночки. Потому что отсюда ваткой был сделан смыв. Ватка стерилизована и замочена в перекись. Я так попробовал вроде перекисью. Такое вот дело сделать. И посмотрим, что из этого всего получится. Из спорового такого вот нанесения на агаровую среду. Ну что ж, набираемся терпения, подписываемся на канал и ждем результата. Приблизительно где-то дней, я думаю, за 6 можно будет уже демонстрировать, что из этого всего получилось.